Не, ну сколько? Полторы минуты прошло, но меня не видит. А я нашел животное, нашел. Вон оно сидит. Оно спрашивает меня. Оно что такое? Оно умеет говорить. Оно вопросик нарисовало. А, ну разве что. Очень хорошо, блядь. За эти полторы минуты он меня два раза ёбнул уже. Чем убить? Я решаю, чем убить. Подожди. Блядь. Это пиздец какой-то. Парни, Смит от поймёт прикладом, пускаю, да, для него? Не, ну оно сидит и не видит, блядь. Чувак, который там, блядь, прилетелся, вот, Смит от поймёт. А ну вот оно опять! Вон оно сидит! Блядь, ты шерый, блядь! Охуенно! Убил второй раз. Да нет, я приду, дай я еще приду. Найди давай. Да ты посмотри просто на него, это пиздец. Не, я не жирная пойду, жопа, он жрет целыми днями, стреляет, жрет и стреляет. Я у них на базе бегаю. Домой. Все, это Сория, короче, это этот перевоплощатель явно. Или Сирой. Не стреляйте в меня, животное, я выгуливаю. Да ёб твою мать! А, сука, как так, бля? Ладно, иди в жопу. Ой, я убью,